Тарас, по твоєму поводу, чого забрали кнопку? Кнопку забрали, тому що я знімаю не той контент, який нужен розробщикам. В плані вот таких вот стримов, в плані оскорблений, в плані неуваження, ну і прочого. Так, Колян, що скажеш по поводу Гени? По поводу того, що забрали кнопку. Я тебе оцим бананом як ю**, отак на, я хуй. Дай, не шути. Короче, зараз з'їбать похаваю нахуй, і Тарас, блять, буде роз'їбать біцухою своєю, ну полежи. Їбать. Біцуха, блять, йобаний в рот. Александр, любитель денег, сексуальный мальчик. Сейчас, короче, похаваем, будем делать контент. Он докурит, я ему двоечку пробью. Раунд 1. Файт! Мне кажется, Ван Дамм у тебя учился бить. Наверх вы. Бойся, человек. Тоби пизда. Тоби пизда. Тоби пизда. Расстегивайте платьице. Нет, нет. И расстегивайте помедленнее. Хорошо. Теперь платьице падает на ковер. Ну, скорее, детка. И будет бой, бой будет! Всех приветствую, командиры! Смотрим сегодня с вами турнир «Между двух огней» на карте «Шелковый путь». Прислал мне его Тимур, никнейм Лор Тимка, и сражался он в этом бою против товарища Ван Дамма. Да, друзья, тот самый имба Ван Дамм. Неубиваемый, который постоянно наказывает Геннадия. Ну, периодически Гена наказывает его. Ну, и тут в этом бою он сражался с Тимуром. Тимур у нас конфедерат. Ван Дамм, соответственно, сопротивленец. Так, и смотрим. Суть турнира такая, то, что ваша база поделена на две. И она находится в противоположной стороне карты. То же самое и у сопротивленца. Два здания у нас с дополнительной броней, то есть их пробить будет сложновато, подольше, чем вот остальные. Ну и здания, которые находятся в желтом кругу, их нужно выбить. Кто первый выбит все здания, тот и победил, в общем. Так, ну смотрим, что же получилось в этом бою у Тимура. Он сражался против самого имбы Ван Дамма. Это просто что-то с чем-то. Против него мало кто может устоять. Всем известно, что он лютый ЕГХамщик. И мастер на всевозможные раши, атаки быстрые. Ладно, смотрим, что же получилось в этом бою. Пытался он разведать Тимура, ничего не получилось. Тимур быстренько набирает армию, и Ван Дамм, видимо, уже забирается на холм. То есть они уже выяснили, что они будут играть напротив друг друга. Так, здесь видим, ЕГХам быстренько уже выдвигается на холм. И заагрился, Ягуар заагрился, не до контроль. Товарищ Ван Дамм не доконтролил чуть-чуть. Ягуар заагрился, и здесь уже нужно отступать, то есть он уже спалился, скажем так. Так, уже видим, что у обоих игроков имеются герои, и они идут в размен. Смотрите, они идут в размен. Один идет атаковать другого, другой другого, да? Смотрите,
А вот пушечку надо снести. И все-таки Тимур не смог удержаться. И он пошел защищать свою базу. Ван Дам все-таки решил идти прям на пролом. Ну, атаковать Тимур. Тимур отступил от базы Ван Дамма, да, и решил защищать свою базу. Я думаю, правильное решение. Так, и вот здесь вот промазал ядеркой Левиафан. И Ван Дамм начинает потихонечку отступать. Тимур его все-таки начинает отгонять. Но у Ван Дамма преимущество. Он на холме, а Тимуру нужно выбить его с холма. Тимуру задача сейчас выбить с холма Ван Дамма. Не знаю, получится у него нет. Ну вот он залетает на холм. Ой, использовал способность. И неплохо, кстати, использовал. И ГХАМ Ван Дамма просто отлетает. Смотрите, все. Просто отлетает, мгновенно просто. Ван Дамму приходится отступать к себе на базу. Сейчас он будет спускаться с холма. И вот тут у Тимура будет уже тяжелое положение. А если Тимур будет спускаться с холма вот в этот вот узкий проход, то если Ван Дамм его будет принимать на базе, то Тимуру будет очень плохо. Но Ван Дамм ошибается, делает ошибку, пытается удержать холм. Вот. И это, конечно, ошибка для него. Ему нужно спуститься на базу и принимать Тимура там на базе. Но он не спускается. Он стоит вот в этом проходе, пытается удержать холм, да. Холм сам он небольшой, сильно ты расстановочку тут не сделаешь, да. Ну и, конечно же, Тимур бьет прямо по кучке ягуаров и постепенно уничтожает. Ну вот вроде нет, не спускается. До сих пор не спускается. Смотрите, пытается что-то делать Ван Дамм, но все равно чувствуется, что перебивает его. Герой у него погиб. Смотрите, вот это вот грубая ошибка товарища Ван Дамма. Нужно было спуститься с холма. Хамелеона выбили. Тимур, не знаю, дай бог, два Зевса потерял. Вот. Сейчас этому Ван Дамму нужно быстренько набрать до заказ. Я не знаю, как он это сделает. И как-то отбивать Зевса щит, который уже практически у него на базе. Которая пушка там стоит, она вообще ничего не сможет сделать. Смотрите, хотя, может быть, Зевса одного побитого убьет, да? Одного побитого Зевса убрала. Второго побитого Зевса убрала. Все, в принципе, все. У Тимура сел щит. Щит практически... Ай, выбили щита. Все, нету щита у Тимура. Тимур все-таки, наверное, будет отступать. Да, не стал рисковать, отступил. Видим, что Ван Дамм заказал героя, я так понимаю, третьего уровня в любом случае. И сейчас попытается Ван Дамм отбиться. Неплохо, кстати, отбился. Там у него один ягуар под хамелеоном, что ли. Да, один ягуар, которого сейчас, наверное, выбьют. Отступай, Ван Дамм, отступай, что ты делаешь? Ну, отступи уже. Наконец-то Ван Дамм отступил. Не рискует потерять до конца всю свою армию. Смотрите, сколько тайфунов у Тимура, и всего лишь осталось 3 Зевса и 1 герой. Сейчас тоже Тимур набирает до заказ. В общем, оба игрока набирают до заказа и опять с новой силой будут врываться в бой. А также у Тимура тоже появился 3 уровня герой. У Ван Дамма тоже появился. И опять вот он забирается на холм. Да зачем тебе этот холм? Спустись с холма. Спустись с холма и принимай его тут, на земле. Когда он будет заходить вот в этот узкий проход. Вот и все. Так, ладно, смотрим, что происходит дальше. Тимур выдвигается к базе. Сейчас попытается, наверное, снести ему завод, который стоит поближе. Ай-яй-яй, включи хамелеона, Ван Дамм, хамелеона включи, у тебя армия стоит. Ой-ой-ой. Как-то прям заторможенно реагирует он. Так, смотрим, сейчас будет кидать эту... Ой, не успел он кинуть осой, поторопился. Сейчас бы осой баночку кинул, потом плюс... опустошитель Левиафана, и был бы эффект намного лучше. Но не успел чуть-чуть, не успевает Ван Дамм. Все-таки Тимур в этом плане маленько пошустрее него будет. Смотрите, и вот тут выбил он ему, значит, здание, которое рядом стояло, завод. А и сейчас выбивает еще один завод ягуаров. Неплохо получается. Ягуары, в принципе, тоже отрабатывают. Ой, сел один хамелеон, остался один хамелеон у него. Так, один завод ягуаров у него выбит. И сел еще один хамелеон. И вот здесь вот Ван Дамм начинает сдавать позиции.
ставит еще два завода, смотрите, еще два завода ставит штурмовой техники, не знаю, получится у него их достроить, нет. Но Тимур здесь тоже рисковать не стал, отступает, а вот зря отступает, мог бы залететь на базу и просто ягуаров добить. Вот. Тем более у него нет хамелеона. Ну ладно, пока что Ван Дам живет, у Тимура набирается тоже до заказ, потихонечку, постепенно. Щит включил, не знаю, зачем он его включил, мог бы оставить, пускай зарядится. И сейчас, наверное, будет выдвигаться в атаку. Так, давайте смотреть, что же будет происходить дальше. Ван Дам тем временем ставит два завода штурмовой техники, чтобы до заказ был намного больше. На самом деле он правильно все делает. Сейчас банку кинь, кинь банку, есть, кинул. А теперь опустошение. Давай, 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 Левик, заряжай. Вот это прекрасно, отличное попадание. Неплохо вот тут он реализовал героев. Но сейчас бы ЕГХамам добавить по армии, и было бы вообще изумительно. Давай, давай, включай хамчиков. Все, включил хамчиков, принимает. Вот сейчас Ван Дам встал идеально просто. Вот тут сейчас Тимуру нужно спуститься в этот тонкий проход. И тут вот Ван Дам его, смотрите, как офигенно просто бьет. Все, вот тут Тимур понимает, что ему там делать нечего, и отступает. Вот если бы Ван Дам сразу бы так сделал, он бы сохранил и заводы, и сохранил бы армию, и все бы он сохранил. Но Тимурчик отступает, видим, что отступает, понимает, что лезть туда не надо. Вот. И Ван Дам тем временем набирает армию. Ставит три завода, поняли? У него три завода штурмовой техники. Сейчас у него конячий дозаказ. Армию тоже наберет быстро. Но тут Тимур делает ход конем. Это просто изумительно. Я просто был в шоке, когда смотрел. Смотрите, он просто делает ход конем и бежит на другую базу, которая не обороняется. И просто идет ее сносить. Ван Дам это понимает. И уже вторым номером бежит к нему на базу. Тимур что делает? Он строит здание. Больше зданий в радиусе желтого круга. Потому что в радиусе желтого круга нужно выбить все здания. Как только все здания выбиты, сразу присуждается победа тому, кто первый выбил все здания. Ну и Тимур, естественно, выбивает здание первый. Потому что он прилетел на базу первым. И все, и просто начинает ее уничтожать. Да? Вот, в принципе, и вся игра. Просто поехал на другую базу и снес ее. В принципе, Ван Дам, если бы делал разведку чаще, он бы, наверное, заранее бы это все предотвратил. Увидел бы, да, и как-то бы попытался предотвратить. Но что-то пошло не так у Ван Дамма, и он здесь проигрывает. Вот такой вот, друзья, бой от конфедерата. Лорд Тимка. Всем спасибо, всем пока.